обратно сыпать собой. Это макать потом и хлеб выгребать. Какая ложка, блин. Все, да, пока у тебя, смотри, не сгорело, давай кушай. А то куда-нибудь упадет. Да, вот так вот берешь, макаешь. Вкуснятина. Важные уроки выживания. И на костре. Не вопрос. Всем привет еще раз. Всех с 1 мая. Кто-то поднимает 100 грамм фронтовых, кто-то поднимает те же, что, а мы поднимаем банку тушенки. Там что осталось, то в принципе и согрели. А, сейчас нам нужно найти людей. Цивилизация. Или к цивилизации выйти, мы, правда, заблудились. Сказали, что сегодня демонстрация по всем городам. Демонстрация всем городам, да, а у нас демонстрация здесь, да, вот. Сидим в развалинах, да, как бы. Не знаю, это не 9, конечно, мая, это первый день труда. Ну, с днем труда всех. Мы идем дальше. Дальше будет еще интереснее. А что будет дальше интереснее? А? Ты про что? Я тебе говорю, будет дальше намного интереснее. Да ты что? Что-то заинтриговал, блядь, что там будет дальше. Да. Да, да, давай. Все, мы все потушили. А то Алтай горит, еще и полярные зори загорятся, да? Загорятся. Пока он снег растает, все, побили. Снег подтаивает. Короче, берите с нас пример, не оставляйте открытый огонь. Никогда не оставляйте вот такой, в смысле, если без этого. Но если у вас нету снега, тушите водой. Если нет воды, тушите своим телом. Писить надо, бля. Писить надо. А если писать неохота? Ну, надо пива много выпить или воды. Надо воды выпить, которой нету. Есть болото. Отсюда выпить и пописать, да? Да, есть матрас еще. Я не знаю, для чего это сказал, но есть матрас. Идем сюда, здесь написано и нарисовано, что тут туда идти нельзя. Вот раскопки. И мы видим, что раскопки, это знаки. Знаки лежат, они не стоят, они лежат. Их, походу, или смыло, или просто, блядь, мне просто интересно. Ну как так? Мы, наверное, туда не пойдем. Мы пойдем в обход. Отрубай. Ну, я думаю, если водитель бы этих знаков не увидел, он бы пытался переехать, блядь. А так знаки увидит, да, он не поедет через это. Да, вот дорога. А по, да, о, смотри, следы кончаются. Да, походу, да, он увидел, что туда ехать, да, не надо. Знаки увидел, а так бы поехал, да? Да. Понимаешь? Ага. Чтоб деревья любили друг друга, их связывают вот такими полиэтиленовыми, блядь, пакетами. Я не знаю. А та плачет, смотри. Ты меня бросила! Ты меня подожди, бросила! Может, в этом поселке молодожены это... А что она плачет? Завязывают так. А что она плачет? Ну, развелись, наверное. Развели, меня бросила! Ты меня бросила! Это какие традиции? Замки вешают там на деревьях, на мосту. Нет, это понятно. Знаешь, ну, а здесь эти... Я понимаю, если бы сделал... Как полиэтиленовые много, ленты завязывают деревья. Бы, но здесь привязали их вдвоем, ты... а тогда плачет. Ты, ну, подожди. Что за дела? Сколько, это? Здесь, сколько здесь населения? Здесь народ так не так много. Здесь, может... ну, где-то около 22 тысяч примерно полностью населения, плотность. Может, плотность. Может, они женятся раз в год, блин. Поэтому одна. И одна плачет. Что ж ты мне сделала? Не поедет. Он на Volkswagen, блядь. Я говорю, на Volkswagen не везу, говорит, вас допускаю. А центр зашли, значит, что-то кто-то прет, блядь. Слышь, дрова хуярит. Брёвка. Сейчас еще дровами типа кинет нас. Здесь, да? Это поселок Зашеек, да? Это недалеко от города Полярной Зоны. Какой-то центр здесь. Собака. Собака, да. Собака. Сейчас укусит меня. Кто? Собака. Нет, она не укусит, она пошла обратно. Нам на трассу буквально. Еще чуть-чуть. Ну, сейчас еще тормознем вазик. Да пойдем пешком.